Приветствую вас, дорогие друзья! Совсем недавно состоялся очередной стрим разработчиков, на котором они рассказали, что нас ждет в предстоящем обновлении. Давайте разберем этот стрим. И в следующем обновлении нас ждет система смены способностей для отрядов 9 и 10 уровней. Теперь и те, и другие отряды получат доступ к одним и тем же способностям, за исключением эксклюзивных для 10 уровня. Помимо прочего, разработчики прислушались к нашим просьбам и сохранили уникальность фракций. Ограничили список доступных каждой фракции способностей. Что же это значит? Теперь отряды, которые относятся, к примеру, к фракции Рим, не смогут использовать способности, которые относятся к другим фракциям. А теперь давайте рассмотрим, какие способности могут быть использованы на отряде 10 уровня, который относится к фракции Рим, Имперская гвардия. Сразу хотелось бы сказать, что сокрушение тяжелой пилумы и сражение в строю – это те способности, которые непосредственно на данном этапе находятся у этого отряда. Помимо прочего, из базовых способностей можно будет выбрать также парирование, корящий удар, сомкнуть ряды, марш колонны, поднять аквилу, легкие пилумы и поднять щиты. На других отрядах можно будет открыть способности «Одержимость» и «Натиск колонны». «Одержимость» находится у конницы легиона на 7 уровне, «Натиск колонны» у когорты эвокатов на 9 уровне. Также в этом обновлении в игру будет добавлено 13 новых способностей для различных отрядов. В прошлом обновлении были внесены серьезные изменения в характеристике фаланги. Это привело к тому, что фаланга по некоторым отрядам не может вообще наносить урона. И в этом обновлении нас ждет также изменение характеристик фаланги. Какие они будут? Будет увеличен бонус к атаке в ближнем бою для фаланги с 15% до 25%. Для пикинеров добавят 15% к атаке в ближнем бою, но уменьшат скорость поворота на 20%. Также бонус к урону будет уменьшен с 40% до 35%. Базовая скорость передвижения будет слегка увеличена, а минимальная ширина фаланги будет уменьшена с 20 до 16. Слонов также ожидают изменения в характеристиках. Абсолютно все слоны потеряют в защите. Например, слон 6 уровня потеряет 22 очка в защите, и его защита будет равна 68. А слон 10 уровня потеряет 15 очков защиты, и защита его будет равна 85. Слонам защиту уменьшили, а вот боевым псам увеличили вероятность блокирования обстрела. Так, например, у боевых псов 10 уровня с 25 вероятность блокирования обстрела поднимется до 41. Изменение характеристик не обошло стороной и почти 40 премиум отрядов. Мирмидонцы и сарматские всадники. На эти отряды обновление повлияет больше всего. На этом все. С вами был Алексей. Всем добра. Пока-пока.